мы едем в поле. Никто здесь не ездил, кроме нас. Мы первые, первопроходцы. Так, все, включай. А вон озеро. Вон оно. А вот мы уже застряли. Сейчас будем включать раздатку, задний мост. Вот мы. Приехали. На место. Вообще заехали на БТРе. Вообще дикарь полный. Ну вот, на лодке выходим. Сейчас будем пытаться что-то ловить на озере. Вот у нас есть главный рыбопоцкал, который будет рыбопоцкать. Как он достал, блин. Рыбопоцкает. Все, выходим, посмотрим дальше. Идем на троллинге. Да не на троллинге, а мы дорожим. Это не троллинг, это дорожка. Тут одна маленькая палочка такая. На протяжечку. Посмотрим, что мы поймаем. Главное нам процесс, природа, красота, осень. Карельская осень, очень красиво. Пейзаж, озеро. По плотве просто дождик накрапывает. Оттягиваемся по полной программе. Вот смотрите, заброс. Сейчас пока там клюет, я сниму, что мы тут ловим. Ну давай, есть. Давай. Опа! Опа! Ну, опа! Хорошо. Клевая плотва! Есть! Давай. Ай! Торопиться не надо! Торопиться не надо, но приятно! Приятно! И ты же забрал пакет с собой. Вот червачки у нас тут. Все классненько. Червачочки. Хорбаки. Опа. Ну, а смотри на него сразу, да? На длинного. О. Ну да, ему пускай сделает что-то, не торопись. Он длинный, потому что. Да. Все. Ну, у меня уже нырнуло все. Еще буду подсекать. О. А там сидит, она заглотила. Ладно, выдержи. Она заглотила мамышку. Вот так, шутками-прибаутками, за полчаса рыбалки наколотили.